Так, ну что, друзья, всем привет, с вами Дмитрий Глубокий. Как я обещал в прошлом видосе, я вам сразу удочку закину на следующий видос. Будет тоже с тачкой. Но футбольного формата такого еще никто не делал в футбольном блогинге. Что вас ждет мега-классный видос, который еще не делал никто в футбольном блогинге. Сейчас на часах 9 вечера. Я еду за своим оператором, чтобы посмотреть прямую дорогу, по которой я завтра буду бежать. Потому что я решил, что хочу побить рекорд по скорости Мбаппе. Да ты че? Еще раз всех приветствую, дорогие друзья. Вчера мы вечером приезжали на вот эту вот местность, где я буду бежать скорость Мбаппе. Сегодня будет 3 этапа. 38 км в час, скорость Киллиана Мбаппе. Второй этап, Кайл Волкер, 37 км в час. И наш украинец Михайло Мудрик, 36 км в час. И в сегодняшнем видосе мне помогут мои крича, с которыми мы вместе играем. Никита Светлый и Валентин. Собственно, я буду бежать самую жесткую дистанцию, будем стараться делать 38 км в час. Футболку в Манчестер Сити мы не нашли, есть Манчестер Юнайтед, это Кайл Волкер. И, ну, Михаил Мудрик чуть поднабрал, но... И, во-первых, у нас сегодня микрофон в носке. А носки у нас откуда, пацаны? Глубокий 29 шов. Спасибо за рекламу. Я, как и пацаны, мы будем бежать рядом с машиной. Сзади будет снимать человек, который будет снимать спидометр, скорость, собственно, машины, которую мы будем развивать. Надо набрать, как я говорил, 36, 37 и 38 км в час. Начнем мы, наверное, с Михаила Мудрика. 36 км в час, минимальная скорость. Давай немножко надо сейчас подразмяться. Я сейчас побью рекорд Мудрика. Ну и мы сразу тебя волчать, типа сразу заявочку делаем. Смотри, ну еще никто не делал такого футбольного блогинга, как я это и говорил в прошлом видосе. Поэтому, ну что, давай, будем начинать. Валик, смотри, понял? Мы не будем сразу газовать, понял? Не надо сразу старт давать бешеный. Будем набирать постепенно, типа я тебе буду кричать там 20. Мне просто задача просто на уровне бежать. Ты начинаешь бежать, я тебе буду говорить, типа мы там летим 20, 20, 30, 40 и так далее. Ну как, ну и так далее. Брат, давай я три раза по сигналю, на третий будешь бежать. Брат, ну эмоции дай эмоции. Что ты думаешь? Я думаю, что, ну, 36 я осилю. Думаешь, сделаешь 36? 36, да. Ну, мы только что ехали 36 сюда, но это в машине, кажется, очень медленно. Да, в машине легко, ну, а так, я думаю, будет потяжелее, понятно, но я справлюсь. Эту руку приклейте ему, пожалуйста. Все, брат, на третий сигнал, ну, бежишь. Да, я готов. Ты бежишь, я еду. Окей, let's go. Набирай темп, брат. Брат, вот это 30, брат! Ну, в моменте это было 30. Брат, 26, ты уже идешь на спад. Все, пауза, давай паузу. Бля, ну он 30 дал. Брат, ну ты 30-ку дал. Это 36? Нет. Это сколько? Я 30 бежал. И да нет, жена дышаться. Вообще, что скажешь, Валис? Как оно? Как оно? Нет, тяжко, тяжко. Тяжко? Да. Какие ощущения? Пойдет? Не, брат. Ну, тридцаточка была, помните. Вот тридцаточка, ты бежал вот так ровно с дверью пассажира. Тридцатка это неплохо, но когда уже чувствуется... После 30 это все. Ну, это я не тренируюсь, как Миш. А если бы тренировался, я бежал бы сколько? Хорошо, давай, вторая попытка, поехали. Сейчас Валик у руля. И Глубокий включает скорость Мбаппе. Тем более в академии его называли как Мбаппе, потому что он был похож. Может и сейчас похож. Тем более на нем кипа пассажир. Не знаю, он в этой кипе со своей кличкой должен втопить реально как Мбаппе. Тяжко? 34 брат, было, по-моему. 34 было, брат. Ты
чуть-чуть. Раньше не было 34. Посмотри на видео. Ну там тоже что-то 30-31 было. У меня уже задняя хватает. У тебя где-то язык сейчас, ну, за плечом где-то, да? А не, нормально, что я даже не задыхаюсь, посмотри, нормально, все спокойно. Но я восстановился, потому что знаешь, почему быстро восстановился? Потому что у меня вышло видео восстановления футболиста. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто быстрее всех пробежит. Я думаю, что, скорее всего, Светлый, но должен Дима, потому что у него ноги длиннее, шаг шире. И я где-то там в стороночке, может быть. Мои ставки, что Светлый будет быстрее всех. Смотри, ну давай, я буду стараться вот максимально, ну вот рядом с тобой ехать и говорить тебе. Ну вы орите, а то у меня воздух в уши будет залетать. Ну я хорошо, мы будем орать, но, брат, ну это очень сложно, реально. Мы бежим типа вниз горочки, но это капец. Ну смотри, я еще не пробовал. Смотри, ну мы с Валиком, ну, тридцатку сейчас сделали. Это, ну считай, еще 6 км/ч, и мы догоняем мультика. Всего лишь. Всего лишь. Ну давай, я хочу уже попробовать. Давай, поехали. А не, дайте мне еще пару. Походу мы либо слишком слабые, либо 30 это прям очень много, потому что вроде как Светлый тоже 30 пробежал. Я, Дима и Светлый 30, то есть мы, скорее всего, либо в порядке втроем, ну либо надо еще тренироваться. Сними все, Валик бежит. Брат, сними часы, чтобы быстрее бежать. Точно. Бля, ну непонятно. Было вообще 36 тогда. Я догонял его. Еще и против ветра? Если бы я за ветром бежал, там бы все 40 было. Ты куда? А он сейчас за ветром будет бежать. Понятно. Сейчас ветер ему накинет где-то этих... В натуре, смотри, сейчас за ветром будет. Пару км ему накинет этих. Короче, я не знаю. Когда Валик бежал, на спидометре было 36. Но прикол в том, что глубокий его в это время догонял. Поэтому, ну, не знаю. Мне кажется, примерно тоже где-то 34. Сейчас попытка глубокого. Смотримся. Кстати, напишите в комментариях, кто все-таки из нас, ну... больше пробежит, быстрее. Перед началом вот этого выпуска смотрел, как бы понял, как Мбаппе бежит. Если Месси бежит, у него короткий шаг, Мбаппе вот так, да, он выносит бедро и бежит на широком. Ну я как бы ростом, ну дай бог, поэтому можно как бы... Я об этом говорил, кстати, на той камере, что ты должен, что я ставлю, что ты быстрее всех пробежишь. Я думал, что Светлый второй, и я где-то там в стороночке. Мои ставки, что Светлый будет быстрее всех. Готов? Контролирую. 34. Давай. 34. Беги, в районе 32-34 было. 32-34? Ну да. Не больше 34, но и не меньше 30. А ты что? Еще получается 2 км/ч. И Мишка Мудрик рядом уже. 34, я бежал вот так рядом. Но они тоже, например, Мудрик, Бампе, они буквально там, грубо говоря, 5 метров, да, пробегают на это пик. Да, типа, да, а потом... Достигается уже... пик, да. А потом же что же сбавляется? Все равно пик у нас меньше, все равно. У меня второй рывок. Первый рывок был 30, сейчас 34. Валик сделал 36, но это непонятно. Я тебя догнал, было около... Ты бежишь? Он тебя догоняет 40, ну, это я догоняю, 40, опять же, когда я выровнялся. 34, и пошел на спад. Вот, на его уровне, я говорю, 34 было. Ладно, хорошо, ты готов? Да. Валик, готов? Брат, 32, 34. Вот это 34 было. А ну, беги дальше, если можешь. Ну сейчас ты 25 бежишь, да? Ну 34 в моменте было. 34? Ну 34 в моменте было. Ну вот я ехал, 34 было. И ты бежал наравне. Ну вот это уже. Иди пройдись
Уже неплохо. 34 сделал. А кто бы мог подумать? А? Может? Ну, короче, что, я пробежал 34. С моим сердцем, типа, ну, нормально. Но я хочу больше. Ну, ничего, сейчас попытки Валика и Глубокого. Я пока что на отдыхе. Хух. Но я хочу втопить побольше все-таки. Сколько? Ну, грубо говоря, у меня 33, да, если между 32 и 34. И у Светлого примерно так же было. У меня 36. Так, я готов. Давай, я тоже. Тридцать три дал. У меня задняя стрельнула. У меня задняя стрельнула, пиздец. Хорош. 33 ебанул. К сожалению, мои зубы могут больше, чем я. Давай. Давай. 31. Я то парень бежал по ветру, а я против ветра. Are you ready, girl boy? Ready. Стой. Ну, 30 даже не было. 28? 9, 28. Брат, иди домой. Было 31, но это я тебя перегонял. Я уже начал на твоем уровне, было 30, 28, 29 было. Короче, не знаю, мы сейчас с Валиком попробовали типа пробежать, чтобы я его догонял, машину. Вообще, по итогу получилось 28. Кажется, нам до уровня Мудрика и так далее очень далеко. Да. Ну что ж, ребят, конечный результат. 33 километра в час. 34 километра в час. Не знаем. 36 километров в час! Ну, у Валика приблизительно такой же, как у нас. Ну, брат, сплавили меня просто. Ну, это по факту, понимаешь? Ну, какие 36, Валик? Ну, какие 36? Ну, извини меня. Ну, явно до их уровня нам далеко. Ну, до уровня Мудрика нам 2 километра в час. Натурили. Пацаны, я отыграл сегодня 2 тайма. Пацаны вчера играли игру. Мы приехали, сразу переоделись, одели кроссовочки. Ну, посмотри, в чем Валик. Посмотри, в чем я бегу, как Мудрик, понимаете? Ну, пацаны, я предлагаю, если мы наберем 3 человека под этим видеороликом, я беру своего кента, который занимается легкой атлетикой, у него профессиональная подготовка, и он в сборной Украине по легкой атлетике, я думаю, что он сможет разогнаться до 36 км в час как минимум, потому что мы парни без подготовки, которые просто всю жизнь играли в футбол и бежим плюс-минус, это если брать средний результат 33-34 км в час, вот, 36. Это на секунду. Я думаю, что мой кент по легкой атлетике 100% сможет. Поэтому давайте наберем 1000 лайков, и мы повторим этот результат, даже его, я думаю, мы его перебьем и уже сделаем более все профессионально, потому что, во-первых, мы там бежали с горки, потом мы подумали, что надо бежать по прямой, чтобы правильно все было. 1000 лайков на этом видосе, мы делаем новую часть. 5000 лайков, и мы привозим сюда, в Черноморск, Мудрика. И бежим. Ну и в этом видеоролике мне помогал Светлый, Валик, их ссылочки будут внизу в описании. У них есть телеграм-канал, совместный, где пацаны просто выставляют полную хрень. И поэтому я оставляю ссылочку внизу. Всем спасибо за просмотр. 1000 лайков, и мы привозим сюда легкая атлетика. 5000 лайков, и мы здесь привозим Мудрика. Let's go!